Меня зовут Пелянина Марина Владимировна. Я руководитель управления культуры, спорта, туризма администрации города Сосновоборска. И в этот замечательный день, день семьи, любви и верности, я хочу поздравить всех горожан с этим событием. И сегодня, несмотря на ограничения в проведении мероприятий, на пандемию, мы традиционно встретились на мостике влюбленных, чтобы поздравить нашу замечательную, известную, очень уважаемую семью в городе, спортивную семью, семью Куницыных, и вручить медаль за любовь и верность. Эта семья имеет определенные традиции, как семейные, так и профессиональные. Мы очень гордимся, что работаем с ними, живем с ними и в одном городе. И, конечно же, поздравляем эту замечательную семью с этим очень важным событием в их жизни. И сосновоборцев я всех поздравляю. Те, кто имеет семью, те, кто планирует семью обрести в этом году, может быть. Я желаю счастья, я желаю тепла, я желаю любви, взаимопонимания желаю, мира и согласия. Будьте здоровы и любимы.